Так, это сегодня 4 апреля 2018 год, 7-6-10. На красный поехал, можешь снять, он будет звонок. Красавец, молодец. Барашно хлеб батона. Батон за рулем и поехал. Хочу посмотреть, как он на ходу снимает. Слышишь, сегодня пришло уведомление, что подешевел этот фотоаппарат. Вот это, что я возмущался, что доллар падает, а он в цене растет. Было ж сначала 15 800, 15 300, потом 18 200 с чем-то даже там было. А сейчас опять вернули, пришло мне уведомление, что продают за 15 300 опять его. Так что вроде ребята в себя приходят, а то что-то совсем. Да, мешает стекло все-таки. Он не соображает, как ему фокусироваться. А меня уже полегчает. Что? Я ж меня. Да не, она не в том дело. Я даже ее себя через. Не мешает. 20 через окно сниму. Взятки видит. Все, поехали велосипедисты. Это значит, что у нас 20 мая велодень. 13 уже, по-моему. Это у тебя завтра день рождения, да? А сегодня, вернее, вчера был у Нины. Надо поздравить, не забыть. Шин сияет огнями. Что такое? Что стали? Нет, дымка все равно есть. Может, потому и...